сочинский почтамт сегодня поступили десятки тысяч таких марок. Филателистическая ценность номиналом 35 рублей, издана тиражом 1 242 тысячи экземпляров. Продаваться почтовые марки, выпущенные в рамках филателистической программы к чемпионату мира по футболу, будут по всей стране. Изготовлены к этому дню и штемпели специального гашения для 4 городов проведения Кубка Конфедерации – Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Оттиск штемпеля первого дня можно было поставить сегодня в центральном почтовом отделении курорта. Штемпель будет находиться в течение всего рабочего дня, то есть до 10 часов можно будет приштемпеливать этим специальным штемпелем и отправить в любой город, страну, мира. Марок в сочинский почтамт поступило 18 тысяч. Этого будет достаточно для того, чтобы всем филателистам и всем жителям и гостям города их хватило для реализации. Штемпель первого дня, на нем отмечена сегодняшняя дата, нарисован Кубок Конфедерации, написано о том, что это в Сочи произошло. После сегодняшнего дня он отправится в музей календарных штемпелей в Санкт-Петербург. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров. К слову, Кубок Конфедерации – это соревнование по футболу среди национальных сборных, проводимое под эгидой ФИФА в стране-организаторе чемпионата мира за год до основного турнира. Первый Кубок Конфедерации официально организован и утвержден ФИФА в 1997 году. Он стал преемником Кубка Короля Фахта, проходившего в Саудовской Аравии.